Губернатор Приморского края Олег Кожемяка рекомендовал воздержаться от масштабных корпоративов на предприятиях края по случаю Нового года. Как сообщил глава региона, в прошлые года некоторые крупные организации края проводили пышные праздники для сотрудников с приглашением звезд, салютами и прочим. Однако сейчас время не позволяет отмечать праздник масштабно. Он призвал сотрудников отметить завершение года более скромно, со своими родными и друзьями. Впереди приближаются новогодние праздники. Как правило, это семейный праздник, который проводится с родными, с близкими, друзьями. Вот. Но, тем не менее, в практике были такие проведения корпоративов в крупных организациях, там, с приглашением каких-либо там артистов, фейерверки. Но не то сейчас время заказывать артистов. Никто не говорит против того, чтобы отметить Новый год. Это все-таки праздник наш на протяжении уже многих веков. Вот. И Рождество. Но надо сделать это все скромнее. Пожалуйста. Детям своих сотрудников возьмите какие-то там билеты на куда-то, возьмите там подарки. Сотрудникам можете взять билеты, поддержать наши театры, может быть, помощь оказать подарками. Собраться, значит, оказать помощь семьям военнослужащим, что сегодня все-таки много приморцев на фронте, и ребята и защищают, и сражаются.